Всем добрый вечер! Сегодня мы покажем, как мы с Шадочкой чистим ушки. Ты же Шадочка? Молодец! Молодец! Берем зажим, немножечко ватки, накручиваем на зажим. Я использую хлоргексидин. Давай, ушко, Шадочка. Хорошо. Я выключаю мыть. Ушко чистить. Ты оттолкни меня. Вот так вот. Вот. И не стесняемся, чистим как можно глубже. Хорошенько, хорошенько там вычищаем полностью всю ушную раковину. Вот, видите? Вот ушки мы не так давно чистили, но они все же у нее грязные. Да, Полина? Почистим, Шадочки, ушки? Поля, привет. Мои девочки, мои помощницы. Мои любимые внучки. Я так, сидеть. Давай, еще ушко. Давай. Еще разок. Почистим полностью ушко. Вот так, все. Все, терпи. Молодец. Хорошая девочка. Все, молодец. Вот, чистое ушко, в принципе. Это чистое. Сейчас посмотрим, что у нас будет со вторым ушком. Все, подожди. Сидеть, Шада, сидеть. Хорошо, умница, девочка. Умница. Хорошо. Пока Шадочке 10 месяцев, мы, конечно же, используем вкусняхи для того, чтобы она слушалась. Вот. Ну, в принципе, ничего сложного нет. Если это делать регулярно, то собака к этому привыкает. Вот, достаточно глубоко я ввела в ушную раковину. Вот, хорошенько по всем. Вот, видите, какое ушко грязное. Не очень, потому что было хуже. С Шадой были проблемы с ушами, у нее был клещ. И мы лечили Шадочку. Но сейчас, слава богу, все хорошо. Но чистить надо все равно регулярно. И Шада тоже говорит привет. Всем привет, скажи, Шадочка. Сидеть. Давай еще раз. Шадочка, давай еще раз ушко. Давай, моя девочка. Посмотрим, ушко чистое. Давай, мама, посмотрим, там чистое. Ну вот, Катюшенька, сними. Вот. Ушки, в принципе, у собаки чистые. Вот такие должны быть ушки у собаки. Вот. Шадочка, я нашла. Чуть-чуть нашла у тебя грязи, вроде бы. Или мне показалось. Давай еще разок. И все. Да, моя девочка. Да, моя хорошая. Вот достаточно легко она переносит эту процедуру. Вначале я боялась это делать. Делала только в ветеринарной клинике. Но все приходит с опытом. И теперь мы с Шадочкой справляемся сами. Ну вот, Тюшенька, с ними. Вот, видите, это не грязные уши, так скажем. Нужно просто регулярно чистить, чтобы не было действительно грязных ушей. Всем до свидания. Чистите и любите своих собак, чистите им ушки. Да, Шадочка, скажи пока-пока. Пока-пока.